услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Бруге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Близнецами, чудовищами, кислотной утробой и жуткой чешуей. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Дыханием следующего бойца на арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Сейчас великий Уфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Джарацус, эредарский повелитель Пылающего Легиона! Я пока не могу прочитать это заклинание. Господин зовет! Лодь от гости!
Папамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете! Сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети.
Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо... Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Место станет вашей могилой. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Привет тебе. Thank you.
Всего тебе хорошего. Нужно больше ярости.
мне достаточно ярости. Конец вашей погибели. Я сокрушу его, и запределье будет моим. Thank you.
Жалкая магия. Я будет удерживать меня вечно. И запределье будет моим. Кровососы. Моя кровь принадлежит мне, мою кровь. И захлебнитесь ею. Освободите меня, и я, быть может, дарую вам легкую смерть. Думаете, что ваша жалкая магия пейте мою кровь меня вечно? И захлебнитесь ею! Нужно больше ярости. Невиданный самодовольный вы.
паразиты, кровосос. Думаете, что ваша кровососы, магия, пейте мою кровь навечно и захлебнитесь ею! Thank you.
довольный глупец. Моя кровь принадлежит мне. Его. У меня уже достаточно метов. Hey.
Довольный глупец. Моя кровь принадлежит мне. Я сокрушу его. И запри... Придите. И умрите. Надо подождать. Заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание.
вечно! Аркенон Порос. Да будут дни. Моя крона Зоя станет вашей погибелью. Освободите меня! И я...